В нашем городе состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Рязани кинофестиваля «Окраина». О том, как пройдет фестиваль в этом году, журналистам рассказал его президент Александр Никитин. Вот уже более 10 лет «Окраина» дарит рязанцам возможность ощутить на себе магию, посмотрев кино на большом экране с неизменным шуршанием кинопленки и живой музыкой к немым фильмам. В этом году фестиваль пройдет в 13-й раз, как и всегда, предложив зрителю обширную программу с рязанским акцентом. Обязательное условие каждого фильма, то, чтобы попасть в программу, он должен быть так или иначе связан с Рязанским краем через своих создателей, через тему съемок или через съемочные площадки, которые вот здесь были выбраны именно на нашей земле. Так вот, можно себе представить, что практически уже с рождения отечественного кинематографа рязанская тема в нем присутствовала. Традиционно организаторы постарались отдать дань памяти юбилярам 2015 года. К вековому юбилею Константина Симонова будет приурочен показ экранизации его работы «Во имя Родины». 145-летие Куприна отметят показом картины «Колдунья». Не обошли вниманием организаторы 120-летия Сергея Есенина. Его юбилей стал поводом к показу фильма «Пой песню, поэт». Также будет показана хроника и немое кино. Вход на все фильмы бесплатный. Каждый, кто приедет хотя бы, значит, на один сеанс, значит, он не пожалеет. Не говоря же о том, что вход, естественно, свободный. Все эти 5 лет мы не стараемся зарабатывать на зрителя. Да, собственно говоря, это и условия предоставления картин Госфильмофондом. Это же все не с интернета скачано. Для того, чтобы каждый фильм был показан, нужно обзавестись разрешением от правообладателей. Значит, Госфильмофонду платятся деньги, все это приводится сюда только вот на эти дни показа. То есть возможность в любом случае экзотическая. Откроется фестиваль «Окраина» в кинотеатре «Октябрь» 19 декабря. Одним из первых фильмов, показанных в ходе форума, станут знаменитые киевские фрески Сергея Параджанова. Закроет кинофестиваль 28 декабря легендарный «Гражданин Кейн». Показом этой картины организаторы отдадут дань уважения хранителю Госфильмфонда Владимиру Дмитриеву, ушедшему из жизни в 2013 году. Подробная программа фестиваля размещена на всех рязанских интернет-ресурсах.